Окей, продолжаем предговор Хилсборда. И чуть не забыл. Тут есть одна такая интересная штучечка. Один квестик такой непримечательный. Ни в какую главу не входит. Никак о нем нам не говорят, да? Ботаник Брейзи. Что ж ты нам скажешь? Здорово. Здорово, на помощь, помогите. Свихнувшаяся нежить атакует мою ферму. Наверняка это дело рук того ненормального надзирателя стопких полей. Помоги мне отбиться от этих зомби. Выдержите одну внушительную волну в наступление зомби. До давай, давай. Встреч. До скорых встреч. Так, собирайте солнечную энергию, сожжайте дрызгуны на средней линии, чтобы остаться зомби. Остановить зомби. Как собирать? А вот. А это не надо собирать. А посадить дрызгун. Создайте дрызгун, который стреляет в приближающего зомби кислотой. А, как создать? У меня еще нету энергии. Сколько мне надо? 20, а у меня где? Не показано где. Куда-то сюда прилетает. Смотреть можно, сколько у меня? О, нет, зомби идет. Зомби. Так, вот это, наверное, скроем. А, нам, наверное, не надо цветочки сажать, которые дают солнечную энергию, да? Здесь без этого. Так, ну второй сажаем, когда появится второй, да? Продолжайте сажать дрызгуны с линии, остановить зомби. Ну, ладно, давайте на средней линии сажать. Учитывая, что это обучение, возможно, на других линиях даже никого не будет. А приближается внушительная волна, наступление зомби. Так, мы по центру нам сказали сажать. Как мы продолжаем. Что-то я не вижу... А, нет, это волны. Он считает где-то, сколько у меня... А, вот где считает энергии. 15, все, вижу. 20, еще одну посадим. Мисклик! Хотя я сюда вроде нажал. И вроде нормально нажал, кстати. Так, ну это пока туториал. Обучение завершено. Да, теперь вы можете выращивать подсолнухи. Что? Чтобы разбогатеть... Основы ботаники. Уф, еле спаслись. А ты неплохо умеешь обращаться с этими растениями, охотник. Знаешь, их семена я привез с собой, с затерянных островов. Я сразу понял, что с их помощью я смогу хорошо заработать. Что за? Смотри, новый зомби на подходе. Точная сила. Теперь ты знаешь, как использовать дрызгуны. Но знал ли ты, что если использовать подсолнух, они будут расти быстрее? Мы вырастим несколько подсолнухов, а потом посадим дрызгуны, чтобы остановить безумных чудовищ. Натиратель штильцем. Натирателем. За работу. Давай себя вдурить. Так, теперь мы можем цветочки сажать подсолнухи, которые будут нам давать энергию. Так, что нам? Сажайте подсолнухи, чтобы получить дополнительную солнечную энергию, которая поможет вам выстоять против зомби, чтобы выполнить это задание, вырастить по крайней мере 3 подсолнуха. Окей, сколько подсолнух стоит? 10, этот стоит 20. Окей. Так, ну мы пока не можем, нам не хватает, да? Сажаем подсолнух. Подсолнух, давай энергию. А ты можешь автоматически ее давать? Чтобы собирать не приходилось. Так, 20 надо, да? Ну, думаю, не секретно, что это ссылка. На какую игру это похоже? Естественно, это Plants vs. Zombie. Вообще, я, кстати, знаю еще одну игру, где есть такая ссылка. Это, по-моему, Dying Light. Там тоже есть ссылка на Plants vs. Zombie. Так, что мы хотим посадить? У нас 25, как будто надо вот эту штуку посадить, да? Так, стреляй, стреляй. О, нет, она мне чем прикрыться. Челы, дайте еще один. Быстрее, 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 быстрее. А. Где он идет? Ой, он еще по центру уже идет. Надо штуку посадить. Выйти, когда 8 секунд. 7. По центру нужна оборона. Вообще, они очень быстро отлетают. Все эти штуки достаточно сильные. Штуки. Сейчас подсолнух нужен. Не знаю, имеет смысл два ряда. Обычно я, когда играл, всегда два ряда этих челов делал. Тут немного свои, как бы, правила, свои расценки. Возможно, два ряда и не нужно. Пока что, вообще-то, даже по другим линиям никто не идет, как будто бы и не пойдет никогда. Пока отсюда... Ой, какой вурлак страшный вылез. По-любому сильнее, чем остальные, да, надо... Ой, у него ведерко, наверное, даже ведерко отсылку сделали. Сколько у него хп? 3400. О, мешочек золота. Это что, зомби что-то бросили на поле? Вы получили семена леденюхи. Это замедляющее, да?
отбить леденюку. Садим. Вообще, кстати, наверное, имеет смысл их как можно ближе к зомби сажать, чтобы они как можно чаще стреляли. Или это не влияет? Как у них проджектайлы работают? Типа, пока я проджектайл не долетит. Чел, кстати, прорывается. Они на не пуляют, у них фиксированная скорострельность. Я уже не помню, как это работало. Ушительная волна. Блин, а мне одного не хватает. Давай, солнышко. О. Все. Готово. Так, ничего, справляйтесь. Так, последняя волна, поэтому, думаю, нам смысла что-то еще делать нету. Можно чисто досадить некоторых рядах. Ой, что посадил? Мисклик. Нормально, нормально, отбились. Все, идем, вам удалось выставить. Теперь вам доступны орешки. Это бомба или... А, это... Нет, это который блочит. Все, понял. Думаю, это только начало, парень. Они наступают. Урлакам не нравятся мои семена. А ты неплохо справляешься, труппан. Просто юный ботаник. Слушай, у меня есть новые семена, которые я хотел бы испытать. Называются ореха камни. Используй их, чтобы остановить нежить. Просто бросай их на землю, и зомби не смогут пройти дальше. Нежить так глупо. Давай попытаемся. Держи руку на пульсе. Садить орешень. Орешень? Не хватает на орешень, 15 стоит. А можно сначала эту штуку посадить? Или надо прям вот эту штуку? Как будто бы надо, ладно, эту хрень посадить. Орешень. 10 тысяч хп, нифига. Жестко, жестко. Я бы, конечно, сначала вот эту штуку посадил. Вообще, вначале прям хорошо заходят всякие картофельные в виде бомб. От дефа первых челов. Они, конечно, долго прорастают, но пока там первый чел дойдет, пока то все. Так, он, я так понимаю, будет тинковать. Потому что вот эта штука, как бы, картофельная, она взорвет сразу же чела первого. Которого увидит. А этот чел, как бы, камень никак в ответку не бьет. Нам как будто бы надо было здесь какую-то оборону подорганизовать. А то сейчас будет задание провалено. Так, мне нужен цветочек. Сколько ты стоишь? 20. Нужно еще одно солнышко. Срочно, срочно. О. Все, иди дамажь. Что дамажить будет долго. Сколько там камня осталось? А, не осталось камня. Ой. Мы можем теории еще один успеть посадить, если нам дадут еще одну штуку. А, поймать. Все. Отбивайся пока. 15 секунд КД, ага. Всего 18. Так, нам нужны эти штуки все равно. Как бы настраиваем экономику. Пока не знаю, второй ряд, наверное, не уверен, что нам нужен. Потому что вроде так нормально сыпает, хорошая скорость. Потом, наверное, будем вторые ряды уже высаживать чуть позже. Так, снизу вижу, ползет. Так, ну вроде раньше справлялись с одиночкой, да? Так, ты сколько стоишь? 20? Мы сначала, наверное, обычных чел саживаем. Что они вроде справляются с фурлаками в 1-1. Камушки мне не нужны. Так, пока не хочу следующий высаживать. Мало ли где-то на стороне пойдет сейчас, на сайдах. Да, вот, например, здесь сейчас посадим. Когда пройдет, можно, наверное, сразу же какую-нибудь замедлялку кинуть. Нет, надо третий все-таки дожидаться, посадить. Да, 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 вот на третьей стороне тоже появился чел. Сразу же там дефаемс. А честно, наверное, замораживающие. Блин, это херня, на самом деле, теперь только мешает здесь. Так, кто-нибудь страшненький появится? Я посмотрел, может быть, кто-нибудь страшненький, если появится, то под него подстроился. Но долго ждать. Так, можно, на самом деле, у нас много всего.
Так, у нас здесь будет, то есть, замораживающий, здесь старые стреляющие, здесь пускай камни стоят. Ой, как хорошо, мы сюда заморозку добавим. Сейчас будем вот этих двух высаживать, потом уже третьи эти челы пойдут, которые стреляют. Ну, еще один ряд таких. Так, у нас сверху замораживающий есть, а здесь нету на этом не замораживающий, потом сюда камушек дополнительно вставим. Здесь камушек есть, но он камушек больше руин. А лопату дай, дайте лопату выкапывать, там лопата должна быть. Давайте, ладно, здесь будет заморозка. Ну, бесполезный камень, только руин, к сожалению. Ну, что поделать. Вы нас заставили игра так сделать, можно сказать. Не мое решение было дефать камнем изначально. Изначально я дефаю все-таки атакующим чем, потому что как бы толку от защитных. Так, можно уже этих сажать. Куда здесь нужно? И потом камень надо перед ним. Блять, опять не то поставил. Руина. И лопаты нету выкопать. Давайте сюда поставим. Так. Так, заморозка везде есть. Остались теперь стреляющие и камушки. Да, подсолнух, конечно, четкий. Четкий подсолнух, ничего не скажешь. Он потанкует, сколько у тебя хп? 1700, ну сколько-то вытанкает. Урлак что-то бросил на поле. Вы получаете семена душащие розы? Что? Душащий? Создает душащую лозу, которая сжимает и постепенно убивает одного атакующего урлака. Жесть. Сколько стоишь? 30. Это как что? Как груша какая-то? А груша, типа, ставишь, она первого попавшегося прыгает. Но ее ставишь, то есть она не как... Или это как вишенка, которая взрывает. Так, ну мы на последней волне, наверное, будем ее изжать максимум. Так, ну у меня оборона хорошая, кроме вот этого линии, да. Здесь мне немного насрано. Надо еще таких челов. Блин, можно уже на самом деле вот этих бы выкопать по-хорошему. И засадить боевых. Можно было, наверное, один ряд дальше ставить камушки. Но я не буду тратить. Мы... А сколько у тебя когда 20 секунд? Можно еще поставить уже перед этими. Надо было, да, немножко дальше ставить. Я, кстати, не помню, до какого этапа у нас все дойдет. То есть... Ну, никаких бассейнов и крыш, я думаю, здесь не будет. Бассейна, кстати, 6 линий. 2 водные, 2 земляные сверху, снизу. А, и ночных грибов, грибных миссий, думаю, тоже не будет. Ушительная волна. Последняя уже, да, будет? О, а что если так? А, я понял, что это, окей. А, ну, 20 секунд КД. А куда он пошел, погодите? А, они бьют эту штуку? О, хитрицы какие. Так, а что если тебе камушек поставить здесь? Короче, камушки надо намного ближе ставить, может быть. Удалось выстрелить, там еще зомби был жив. Пофиг на него. Ладно. Урлакам не нравятся мои семена. Думаю, это разозлит Штилица, и он пришлет тяжелую артиллерию. Не будем терять время друг за дело. Увидимся как-нибудь. Тыква бомбы. Видел когда-нибудь такое? Брэзи вытаскивает тыкву. Это не просто тыква, дружок. Смотри, ты кладешь ее на землю, подходит зомби и бум. От зомби остается мокрое место. Давай попробуем. А это картофельная? Которая надо со временем, она будет создает тыква бомб, которая взрывается и уничтожает всех находящихся поблизости. Нет, это походу вишня. А вот это я, кстати, не понял, что такое. Какое-то замедление. Я понял, что это по игре, но на что отсылка, как будто бы не было такого в ПВЗ. Неограниченное расстояние еще какое-то. Это хваталка. По-моему, не было никаких хваталок, да? Так, ну вначале цветочки сажаем. Дальше тыква сколько стоит? 40? Блин, ну это явно не картофель. Ну, картофель бы лучше дали. Как бы на Йорли Гейм какой-то. Что Йорли Гейм картофель прям жестко решает. Блин, там уже второй появился. Куда так быстро? Так, ну надо сажать. Я бы одного.
Но я сейчас подсолнух не посадил за этого. Где, где я? А, что так далеко? Блин, не имеет, наверное, еще по-прежнему, да, второй ряд просаживать. Так, урлак нам пока пофиг, даже в ведерке, по идее, он вроде... Чего-то не светится, она не роняет ничего при этом. Просто так посветились. Так, можно стены потихоньку, наверное, тоже выстраивать. Ну, хотя, нет, пока еще мало. Надо, на самом деле, для боевых сначала посадить. В первую очередь, боевые. Так, здесь появился, вижу. Что от оборонных толку, если нам убивать нечем. Ой, срочно надо наверх. Блин, он не должен дойти, там этот чел должен его застрелить. А, нет, все-таки сначала атакующих, хотя бы один ряд атакующих нужен. И пускай чуть-чуть пожрет, если дойдет. И не должен дойти, дойдет. 971. 500, но он чуть-чуть дойдет, но не должен сожрать. Успеть 3700, долго будет жрать. Убивай его нахер, хорош. Чуть-чуть ранили, но нам пофиг. Так, погнали замораживающих. А, и немного стены начнем высаживать. Наверное, прямо здесь. Поближе к ним. Так, снизу идет жесткий чел. Конечно, замораживающие в таких случаях не так сильно эффективны, когда близко стоят стены. Что поделать? Вот реально заморозка не нужна будет. А где нет замораживающих, ставим эти штуки. Не хватает на заморозку, дайте чуть-чуть. Сюда заморозку. Куда? Ты чё? Это не твой ряд, алло. Слушайте, это получается надо через одного ставить. Походу вот так надо камни ставить, раз они так отвлекаются. С интересным образом. Сейчас посмотрим, как это сработает. Как будто бы, может, два ряда подсолнуха надо было. Просто выкапывать нельзя. Как будто бы, если выкапывать нельзя, то не хочется два ряда подсолнуха. С другой стороны, всякие вот эти штучки можно будет и легко использовать, да? Так, ну камушки мои все пожрут. Может, слишком близко стоят. Так, надо было, наверное, на тыкву все-таки накопить. Хотя я недооценил мощь тыковки. Так, ну тыковку я, походу, не успею уже накопить. Так, ладно, лоза. Это, наверное, надо было здесь хватать. Да, походу, хана нашим цветочкам. Нет, мне кажется, заморозка здесь бесполезна. Надо все-таки боевые высаживать, не заморозку. Здесь как-то плохо заморозка будто бы работает. Так, ну можно попробовать бомбочкой отбиться. Так, и, наверное, второй ряд атакующих. Потому что сколько у них урона? А урон не пишется. Что-то не пишется урон, немного противно. Все мои камушки снесли, да? Нет, давайте боевые сажать. Как будто бы замораживающие не так эффективно замораживают. Пускай лучше... Я, может, у них так... Ну, вряд ли у них такой же урон. Дисбаланс был бы. Блин, как будто бы два все-таки ряда подсолнух надо было. У нас прям до хера ресурсов было. Не успел? А, нет, успел, согрелся. Кстати, по-моему, в ПВЗ не умеет зомби в обратную сторону поворачиваться и бить. Не говоря то, что с других линиях. Так, как будто бы надо было две все-таки линии. Уже пора в две линии выходить. От солнухов. Так. Большой взрывик устроим. Либо надо было через... Ну, короче, на тыковке они как бы КД большое. Потому что я как бы могу задефать какую-то часть. Но вот это, например, сюда тыковку я уже не могу поставить. Уже в ближайшие 20 секунд. Тут делать не особо понятно. Надо, кстати, по центру, наверное, было поставить, чтобы... И они очень быстро убивают эти штуки. Тоже как будто бы хрень какая-то. Это замораживающие вроде работают, кстати. Они причем как будто бы через всех еще стреляют. Не, слушайте, замораживающие нормально работают. Надо просто больше боевых юнитов. Давайте как-то попробуем, наверное, больше дефать нижние линии, а верхние взрывать. Что-то такое придумаем. Так, и чел пошел сверху, да? Ну, копим на тыковку. Я думаю, тыковка такой только можно уничтожить.
Так, дайте еще один. Срочно, один, срочно. Взорвет всех? Взорвет. Отлично. О, изи отдефались. Че, мне кажется, надо в два ряда подсолнуха выходить. Если тут еще миссии будут. Ты слышишь этот грохот? Наверное, идет сам Штирлиц. О, господи, смотри. Это Штирлиц, он уже почти здесь. Он собирается забрать у нас все, что у нас есть, чтобы бороться с ним за дело. Рад, что смог помочь. Что, у нас ничего новинок не будет, пока не пока сдался надзиратель Штирлиц, займитесь защитой. Хочу у два ряда, короче. Подсолнухов, чтобы быстрее все. Хотя вот проблема в том, что как бы у меня может быть много этих херовинок, но проблема в том, что тыквы ТКД все равно имеют. Толк в том, что у меня много и ресурсов, а этих мало. Или ошибка два ряда. Еще посмотрим, ладно, попробуем два ряда. Ты 20 стоишь, тоже 20. Ну это в замораживающих тоже не уверен, как не работает. Так, первый чел показался. Бля, я не знаю, я хочу накопить, наверное, на пушечку или кофе. Не, давайте лампу садим. Мы успеем еще накопить, мне кажется. А, блин, уже два идут. Черт. На двух я не рассчитывал. Блин, не хватает какой-нибудь этой тыковки, которая... точнее, картошка, которую сажаешь, и она взрывает. Вот в ПВЗ-нце мне продумано немного вот эти тайминги. Что первого зомби можно картошкой забить, потому что она дешевая. И второй зомби, точнее первый зомби, который с ведром идет, и вот под него тоже тайминг картошки хорошо откатывается обычно. Надо срочно сюда. Он успеет? Надеюсь, успеет. Так, ну пока по верхним двум линиям идут. Вот можно забить там сильно вот эти линии, здесь просто этими задефаться тыковкой. То есть агрессивную оборону здесь особо не устраивать. Так, я не помню, он не успевает одного убить в Йорке. Как будто бы успевает. За ним еще никто не идет, как будто бы все окей здесь. Так, здесь чел идет. Не, как будто бы с двумя линиями намного легче все равно, что много ресурсов сразу идет. Просто успеваешь все сделать. Так, не знаю, снизу сверху пойдет здесь. Ага, угадал. Хорошо. Там я уже. Да, не, две линии, короче, это база. Не две линии делать, это вообще отстой. Прям ресурсы все в порядке. И сразу же можем замораживающие делать. Наверное, будем чередовать замораживающие, плюс эти камушки сажать. Да, надо было, конечно, все это сажать. А, тут один чел, по идее, справится с этой херней. А, щупальца, я так понимаю, можно, кстати, на долгое время здесь насаживать. Возможно, они как примерно эти орешки работают. Это факт. Тыковка сработает? Попробуем тыковку на него. Он не идет или идет, я не понимаю, мне сажать? Я не понимаю, что происходит. Что-то написали, что мне написали, пока он не взял вверх. Что значит не взял вверх? Бей надзиратель Штирлица. Тыковка его надо было убить, или что? И все? Нет, слушайте, это неинтересно было. Осет мертвецов. Не могу поверить, что мы одолели его трупана. Это была очень тяжелая битва. Вообще не была тяжелой. Но сотни ненормальных зомби все еще бродит по Хилсбреду. Нам надо быть осторожнее. Остороже. Уход за садом. Хоть мы и победили Штирлица, его зомби все еще наводят наводняет округу. Смотри, все приближается еще один отряд. Помоги мне справиться с ними. Старик, вперед. Две внушительные волны. О, вот это, походу, нормальная битва. Потому что ну, такой-то кринж был. Что? Они просто взорвали его этой херней. Ну, не серьезно. Буду серьезные волны здесь будут. Вот здесь нам теперь два ряда. Нет, два ряда намного круче. Мне намного больше ресурсов было. Просто почему мне нравится два ряда здесь? Потому что здесь нету лопаты, которую можно выкапывать. Что в ПВЗ, когда два ряда уже смысла нет, мы как бы один ряд выкапываем, засаживаем боевыми, потом второй ряд выкапываем, засаживаем боевыми. А тут нету лопатки. Лопатку не дали. Так, снизу пошел, да?
Нам нужно двадцаточку теперь накопить. У нас встречала копит двадцаточку. Должны быстро справиться. Уже и там идет, да? Но у нас нет вот какой-то дешевой обороны быстрой. То есть я вот обычно в такой момент сажаю здесь картошку. Затем уже на второго зомби строю штуку. Затем, когда идет с ведерком, сажаю вторую картошку под ведерочного чела. А тут нет вот такого дешевого контроля небольшого. Так, не мискликнул, надеюсь. Было бы неловко. Ведерочком идет. Ну, должен по идее справиться. Соло. С ведерочным челом. Так, быстрее, 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 быстрее. Опа. Сюда. Блин, ну ты справишься. Ну, чел, ну не издевайся. Ну, добей его, ну добей. Добей, 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 добей. У него лох хп, у него лох хп. Один выстрел, все, хорош. Блядь, мисклик. А, не то поставил. Блин, ладно, жри херню. Окей. Небольшой мисклик произошел. Пришлось воспользоваться камушком. А, пускай камушек пока танкует. Так, у нас тут линия не беззащитна. Так. Сейчас после линии высадим, мы пойдем в атаку. Сказать. Так, теперь замораживающий хочу. А, он сагрился на камушек. Не хотел, чтобы на него агрился. Камушки саживаем, потому что у них КД, и они как бы нужны. Короче, нужно их выстроить, и надо как можно раньше начать это делать. Так, прямо у нас камушки есть. Бля, я помню, кстати, у меня что-то было в каких-то этих стратегиях через чеснок. То, что я по краям, помню, чеснок ставил, и у меня все атакующие были в основном по центру. Не помню, как чеснок работает. ПВЗ. Так, все, эти есть челы. А тыковка у нас тоже есть, заряды. Так, щупальца может быть добавить, не знаю. Они как будто бы одного зомби просто держат и все. Так, второй ряд урона надо сделать. Так, здесь сломали штуку, и возвращаем ее. Херни у меня нету. Так, мы, если что, какую-то часть можем взорвать. Тыковка, это большая, да, приближается внушительная волна. Посмотрим, где пойдут. Там поставим тыковку. Так, ну на первых мы не ведемся. Первые идут и идут. Короче, сверху, наверное, будем взрывать. Так, мы снизу выстраиваем. И не очень много идет челов. Блин, у нас не очень много ресурсов. Тут можно вот эти штуки тоже повыставлять. Да, короче, с большим количеством ресурсов намного приятнее играть. А схватит вот этого верхнего? Да, схватил, кстати, лол. Так. Блин, выкапывать, конечно, бы возможность дали бы. Было бы приятно. Так, мы можем еще один ряд сделать боевых. У нас, в принципе, ресурсов много. Но, опять же, мы не можем вот этих выкопать, да, челов, которые нам дают ресурсы. Правда, тут ограничители, кстати, на ресурсы есть, да. Мы не можем бесконечно высаживать. Насобирать. У нас хоп, соточка, и все, у нас как бы максимум. Наверное. Ну, не, один ряд я бы выкопал спокойно. Сейчас это досажаем, и выкопать вот этот ряд один был бы вообще идеально. Так, пока что вот эти штуки мы все высадили. Они у нас стеночка готова из них. Мы, наверное, щупальца теперь стеночку делаем. Где-то, кстати, сверху щупальца отлетело. Так. Все, последний боевой стреляющий. Дальше только щупальцы и тыковки. Ну, тыковку мы только одну поставить сможем. У нас как бы нету столько тыковок. У нас КД на тыковку.
после первой посаженной. Ну все, тут и, мне кажется, изи. Конечно, до вот последней волны еще дожить надо, но, блин, нельзя вытащить. Или можно, пойдите. Может, можно? Стоп. А чего я взял, что нельзя? А я пробовал? А, ну, хорошо, а как? Как избавиться от этой штуки? Может, этого нет? Это выйти. Это не лопата. Щупальца очень быстро отъезжают. Прям постоянно бьют. Может быть, их надо было с обратной стороны камушков ставить? Не уверен. Я как будто бы они нормально стоят. Все, у нас full ресурс. У нас мы больше, по идее, не получаем, да? Можно, наверное, не подбирать тогда эти хероинки. Смысла в этом нет. Схватишь вот этого большого? Она не хватает, а бьет? Видите, мне кажется. Сломать мы сейчас снова, наверное, поставим. Сломал, сволочь. Надо было сломать. Может быть, две стены камня лучше сделать? Или то и то делать? Там пропадают, наверное, штуки уже. Собираем немного. Потратились раз. О, здесь нету стены. Это все-таки сломали как-то. А как вы сломали? Как вы прошли сквозь щупальца? Блин, это еще третья волна? Как будто бы что-то не то с волнами. Погодите, как будто бы застопорились. Или что происходит? Как-то они неохотно идут. Или я слишком медленно убиваю? Что-то, что происходит? А, у нас еще косилки есть. А, у нас если, кстати, дойду до конца, то у нас косилки сработают. Короче, фул ряд щупалец. Блин, щупальца отъехала. Фул ряд камушков. Мне нужны теперь зомби, которых я буду убивать. Ну теперь вот я говорю, подсолнухи некуда деть. Теперь подсолнухи бесполезны. И морозные теперь бесполезны, потому что, ну, кого я тут замораживать буду? Что-то как-то замедлилось наступление у них, как будто бы слишком сильно. Это, видимо, из-за того, что я их немедленно убиваю, или что? Не пускаю к этому подойти. Атакующим моим юнитом. Что происходит? Почему они так плохо идут? Очень медленно идут. Может, их надо было как-то подпустить, я не знаю. Потому что, видите, всего лишь один пришел, да? Не, чел стреляет активно, но умирает как-то он медленно, или что? Есть пробель. Давайте попробуем без щупалец, просто стеночки поставим. Большой пришел. Они, кстати, перестали хватать, как будто бы. Блин, я хочу убрать эту штуку. Как ее выкопать? С камушки полезнее. Щупальца вроде что-то делают, так как будто бы ничего не делают. Мне кажется, их надо было все-таки за камушки ставить. Потому что они как будто бы могут бить через них. Приближается внушительная волна. Давайте вашу волну уже сюда. Я могу сюда поставить? Опа. И где ваша волна? Волна, что с лицом? Мысли на двух пуджей, как будто бы окей. Может быть, сейчас пожестче что-то пойдет? Но мне кажется, все ок у нас. У нас бомбочка в КД теперь. Шестая семи волн. Мне кажется, просто нету смысла байтиться на вот ранние этапы, потому что дальше может быть что-то пожестче. Опять же, непонятно, да, нет информации, как все будет разворачиваться. Типа, вот теперь пудж, но у меня есть на него как бы штука, на следующий применю, у меня будет в КД. Давайте, ладно, взорвем. Предположим, хочу взорвать. Чё? Ну и сейчас пойдет огромная волна, где мне нужна срочно бомба. А у меня ее нет, а у меня в КД 25 секунд. И у меня всю стену мне сломали. И щупальцы сносили. А, все? Видите? Серьезно, это все было? Это все? Да. На сегодня мы с ними справились, но я знаю, что завтра они вернутся. Надеюсь, ты будешь поблизости и сможешь мне помочь. Покажи им все! Что-то я слишком легко, ну ладно. Ну, как бы это не полноценная игра, это просто отсылочка. А как бы такое и должна быть. Это Делик по итогу, да? И это вот эта штука, которая... Кстати, Брейзи. О, да, все. Если бы не БДТВ квест, мне кажется, я бы даже забыл то, что здесь. То, что я знаю, что здесь есть эта отсылочка, я как бы ее уже делал. Нам, кстати, в награду должны были дать... На, подсолнух, это у меня уже собрано один из трех. Семена подсолнуха Брейзи.
Посмотрим. Да, вот можно посмотреть подсолнух питомца. Теперь у меня их два, потому что я теперь два раза этот квест выполнил. Окей, ну такая вот отсылочка. На фоне эру этого кратера Долорана. Окей. И ведь даже квеста сюда меточку не поставили. Блин, обидно пропустить эту штуку. А вот я не помню, как первый раз я, кстати, эту штуку нашел. Помню, просто увидел, что у меня тут не открытая часть карты, решил сюда сходить. И как бы набрел на квест. Это увидел его. Да, чего тебе? Увидимся как-нибудь.